И рада вас приветствовать на своем канале. Зовут меня Елена. И в этом видео я хочу рассказать о покупке ниток с AliExpress. Это нитки SHS с двумя бирками. Дело в том, что я на многоцветку заказала ниточки. Я понимаю неоднозначное отношение к ниткам SHS. Кто-то их любит, кто-то не любит. Я не могу сказать, что это мои самые любимые нитки. Конечно же, нет. Но иногда все-таки я ими вышиваю. Ну, понятно, почему. По своей доступной цене, прежде всего, да. Я думаю, так отвечу не только я, но многие другие. Итак, долго я искала, где заказать нитки SHS с двумя бирками, чтобы они были более качественные. И нашла я одного продавца, заказала у него. Вот хочу поделиться с вами, может быть, кому-то информация будет интересна. Нитки ко мне шли достаточно быстро. В Казахстан пришли они где-то за месяц. Обычно посылки у нас идут дольше. В России я читала отзывы, эти ниточки девочки получают гораздо быстрее. Ну, не только девочки, если заказывают, потому что, может быть, там они идут с какого-то другого склада, с российского. А к нам они идут из Китая, поэтому дольше. Но несмотря на это, все равно считаю, за месяц это достаточно быстрый срок. Нитки SHS я уже заказывала неоднократно с AliExpress. У меня есть полная палитра ниток SHS. Но постепенно они, конечно же, какие-то цвета заканчиваются, какие-то нет. Я пополняю. Вот данные ниточки я заказала. 104 мотка заказала для одной многоцветки. Выбрала лот у продавца 100 мотков, и мне нужно было именно 104 цвета. И цена стояла за 100 мотков. Ну, думала, продавец напишет, пересчитает мне, я доплачу сколько надо, либо он вдруг мне что-то не пришлет. В итоге продавец мне прислал все мои 104 цвета по цене за 100 мотков, да, плюс вот такой цвет он прислал еще в подарок. Как видите, он даже, ну, понятно, что он не с этой палитры, вот именно этот цвет положил продавец мне в подарок. Ссылку на продавца я оставлю под видео в инфобоксе. Кому интересно, заходите, смотрите. Что я хочу показать? Немножечко сравнить с палитрой DMC. Ну, я так думаю, многие знают, что некоторые цвета совпадают один в один, некоторые могут расходиться. Естественно, все цвета я сравнивать не буду. И еще я покажу свой прошлый заказ, который я заказывала, тоже показывала. Заказывала я его, наверное, года 2 или 3 назад. Вот в таком пакете пришло все. Здесь нитки смешанные. Это другой продавец. На него я вам ссылку не буду оставлять. Где-то в каком-то видео я уже оставляла. Здесь, как видите, нитки какие-то пришли с двумя бирками, а какие-то пришли вот таким образом. Вообще, вот таким образом они как-то внешне не отличаются. По цветам они тоже не отличаются. Но вот эти нитки, они какие-то более аккуратные. Они меньше путаются, когда их нужно будет навесить на органайзер. Ну и, конечно, приятнее держать в руках именно ниточки с двумя бирками. И когда я писала продавцу сообщение вот этому, я писала, чтобы он прислал мне только с двумя бирками ниточки, потому что у него там какая-то одна фотография, ну, может быть, давно эта фотография, я как-то дату не помню, у него на фотографии ниточки получили вот именно с одной биркой. Я очень хотела именно с двумя, чтобы были, ну, заводские, был какой-то порядок. Ну вот посмотрите, ну как-то даже не эстетично смотрятся такие ниточки. Хочу сравнить. Цвет, вот эта ниточка пришла именно вот в таком. Цвет 420 цвет с двумя бирками. И вот здесь я тоже получила в заказе 420 цвет мне нужен. Как видим, цвета одинаковые. Штрих-коды, конечно же, у них отличаются. Вот, а так даже и надписи вот здесь видим, они разные. Так, камера не хочет фокусироваться никак. Вот, с браслетом фокусировалась. Ну, вот так, чуть-чуть отличаются этикетки. Таким образом я получила ниточки этот раз. И давайте сравним этот 420 цвет. Так, он одинаков здесь. Я сейчас уже не помню, какая ниточка откуда. Так, вот по этикетке это отсюда. И сравним 420 цвет с палитрой. У меня вот такая палитра я заказывала. Сейчас здесь найдем 420 цвет на какой страничке. На страничке 15.
Открываем 15-ю страницу, находим 420-й цвет. И давайте мы сравним, насколько он, этот цвет, совпадает. Ну вот в данном случае, так, в данном случае цвет совпал. Посмотрите, вот с этой ниточкой, ну и с той, естественно, тоже совпадет, потому что сами нитки между собой цвета тоже совпали. Ну вот эта ниточка с этой, от этого продавца. И вот цвет, как видим, совпадает. Сейчас я хочу вот эти ниточки убрать. Вот эту палитру от другого продавца. И сравнить еще какой-нибудь цвет. Ну вот наугад, сложный цвет. Давайте вот такой светлый. Чаще всего таким цветом, ну, может быть, вышивается лицо. 738 цвет. Так, нахожу я в палитре 738 цвет. Он находится у меня, так, на страничке 20-й. Я вот когда вышивала свою мирабилю одну, я, правда, не заказывала нитки с СХС, у меня мне приходил набор с Алиэкспресс. И я сравнивала цвета с оригиналом, и там отличались. И я потом покупала нитки DMC. Так, и вот 738 цвет. Вот здесь мы прикладываем его. Ну-ка, давайте внимательно вместе рассмотрим. Ну, практически, все-таки чуть-чуть цвет СХС, он... немножко темнее камера. Тут я смотрю, да, темнее. Вот видим, отличается. А DMC, он светлее. Вот этот цвет не совпадает, естественно. Давайте посмотрим тоже темный какой-нибудь цвет. Вот такой вот бордовый. Темный чаще всего совпадает. 814 цвет. Так, где-то вот здесь, наверное. Нет, так долго искать. Все-таки надо искать по ключу. 814 по ключу. Так, так, так. Где тут он у меня? На второй странице аж. Так, на второй странице 814. Вот он. Давайте, вот, пожалуйста, темный цвет. Так, вот темный цвет совпадает. Посмотрите, так, фокусируюсь. Вот. Темный цвет совпадает. То есть вот не зря девочки говорят, что светлые цвета, когда вышивают какие-то лица, они миксуют СХС с DMC и вышивают цветом. Именно DMC берут для вышивки лиц. Потому что светлые тона отличаются. Ну вот я хочу еще какой-нибудь светлый цвет взять и сравнить. Вот 38-56. 38-56. Сейчас смотрим здесь. 38-56, 17-я страница. Вот, сразу открыла. Вот он цвет этот внизу. 38-56. И давайте сравним. Да, что-то немножко отличается. Так вот, неудобно. Сейчас я поправлю. Вот так эти две ниточки сверху наложу. Так. Ну, я бы не сказала, что прям так отличается. Чуть-чуть как бы... Вот даже, знаете, на камеру вот вообще один в один, а вот вживую, ну вот, может быть, оно не отличается от цвета, а вот сама текстура нити другая, по-другому как бы отражение идет света от ниточек. Вот этот цвет практически один в один совпадает. Так, ну вот такие нитки я заказала. Ссылку на продавца я оставлю, потому что я знаю, что... Многие покупают ниточки СХС с двумя бирочками, ищут. Поэтому проходите по ссылочке, заказывайте, кому будет интересно. На этом все. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Удачных вам покупок. И шустрые иголочки. Всем пока.